Здорово, пацаны. Ну вот настал тот самый момент, когда я купил машину и готов вам ее показать. Вот она. Ну ладно, это шутка, пацаны. Ну я как бы эксперт, вы уже поняли. 2 литра движок. Так. Давайте теперь перейдем непосредственно к машине. Это капот, это решетка, про которую я вам сказал. Это S-Line. Что еще? Это зеркала, это двери. Салончик чуть позже покажу. Это, кстати, блядь, диски офигенные. Мне прям очень нравится, честно. Прикол, короче, в том, ну и возможно, это не там, типа, для каких-то крутых автоблогеров это ничего особенного, но для меня, так сказать, как это первая машина, смотрите, это офигенно. На этом все, пацаны. Самое главное, бля, пристегивайтесь, берегите себя, вас дома мама ждет, бля. Цените маму, кстати, цените маму, пацаны. Завяжи глаза, покрепче не бойся. Там бурый вагон, на нас ничего не спросит. Давай говорить о чем-то серьезно. Давай этот дым опустим прямо в воздух, куда несет дым. Пацаны, огромное спасибо, что посмотрели этот видосик. Я надеюсь, вам тачка понравилась. Ставьте обязательно лайк, подпишитесь на канал и ждите следующих видосиков. Они будут еще пиздачи, еще интереснее, блядь. Больше всякого траха, жести будет, блядь. Короче, на связи будем. С вами был полковник Бестеренко. До скорых встреч. Пока.